Жизнь, казалось, удалась. Лучше всех учился в классе. С дипломом школу кончил красным. Все казалось так прекрасно. Теперь друзей не помню лица. Кто бизнесмен, кто за границей. У всех профессии крутые. Квартиры, жены молодые. Ну а я вот парикмахер. Никому не нужен нахер. Никому не нужен. Конечно, можно стать банкиром или на стройке бригадиром, стать артистом попытаться, а на диване не валяться. Но остальные, я признаюсь, живут не сильно напрягаясь, но почему-то все в округе всегда нуждаются друг в друге. Только я вот парикмахер, никому не нужен нахер. Все работы хороши, выбирай себе на вкус. Кто придумал эту чушь? Кто придумал эту чушь? И вот живу я как придется, стригу, что в руки попадется. Вчера синица залетела, побрил ее, аж посинела. В нашем деле я-то знаю, конкуренция большая. И тот у них там больше значит, кто ориентирован иначе. А нормальный парикмахер никому не нужен нахер. Утекает